Здравствуйте, меня зовут Арсений, это Владислав, и мы находитесь в помещении клуба АБО в центре Мироват. Практически все, что вы видите здесь, сделано руками членов клуба. Это мебель, это корзины, это сундуки, частично элементы защиты, вооружения и, естественно, костюмы. Есть несколько направлений основных. Мы занимаемся конной подготовкой, фехтованием на репликах средневекового оружия. Мы также занимаемся немножко дуэльным фехтованием, спортивную номинацию, то есть это современный мечевой бой, либо шпаги, стрельба из лука. Также у нас есть направление, это танцевальное направление, то есть мы развиваем танцы народов мира, начиная от 16 века, 15 даже, и заканчивая 20 веком, то есть в том числе и бальные танцы 19 века, бальную культуру и современные танцы 20 века, которые были и популярны до войны. Мы проводим регулярно традиционные мероприятия, это студия исторического танца «Исток», которая также занимается в этом помещении. Это довоенный бал, вот. Посвященный 9-му. Да, приуроченный к 9 мая. Да. Вот. Также клуб принимает активное участие во всевозможных фестивалях, ездит в другие регионы, такие как Новосибирск, Москва, Барнаул, Камень-на-Оби. Да, участвуем, представляем город на этих фестивалях. Участвуем в городских мероприятиях День молодежи, День города. Да. И также фестиваль «Меч в камне», который у нас не так часто проходит, да. Не каждый год. Активно сотрудничаем с музеем, историческим отделением музея Бианки, то есть вот как бы музейная ночь. Да, ближайшее мероприятие как раз-таки 14 декабря пройдет там, музейные сумерки, всех приглашают туда. В новый, только что отреставрированный музей. Да. Вот. Также клуб занимается историческими походами, то есть мы ходим на Алтай, это туристическая зона, мы ходим в исторические походы, что это типа представляет, это мы используем схемы переноски, корзины, рюкзаки, идем в историческое обмундирование, одежде, используем, разводим костер с помощью камня и кресала, готовим исторические блюда в этих походах и просто пробуем быт того времени на себе. Ну, ребят, забыли сказать, что клуб по факту является алтайский, да? Потому что члены клуба у нас из Барнаула, с Камня-на-Оби. Клуб у нас большой, клуб у нас на самом деле являет очень много городов, есть где участники этого клуба живут. Это и Бийск, и Камень-на-Оби, и Барнаул, и Новосибирск, Томск, Асино. Также клуб имеет представительство в Москве, то есть оттуда есть, там тоже есть командория. Встретиться с участниками клуба. Из традиционных мероприятий, которые мы делаем в городе Бийске, это помимо того, что делаем, выставляем локацию на День города и День молодежи, мы проводим, у нас вот прошлые выходные был 7-й традиционный открытый турнир по фехтованию клуба АБО. То есть мы уже почти 4 года проводим турнир по фехтованию. Совместно на базе конно-спортивного клуба «Мечтатель» проводим конные турниры. 25 числа августа, 2 года подряд, мы проводили конные турниры. Надеюсь, в следующем году у нас снова все получится, и мы там тоже хорошо выступим. Вот. Также мы стараемся посещать большие, ну, одни из крупнейших фестивалей. Это «Меч Александра» и «Сибирский огонь» в Новосибирске. Также фестивали немного поменьше, на которые, ну, у нас хватает сил и возможности выехать. На следующий год мы планируем, если потом отдельно вы снимете, сзади лежит два куба биоматериала. Мы хотим собрать и выставить его, опять же, на День города, музей осадной техники, то есть средневековой осадной техники. Да, камнеметательные машины, защитные сооружения, такие как мантилеты. Мантилеты, требуше, если получится, соберем скорпион. Что еще? Так, таран, это слишком пошло. Да, пополним папку нашей мебели также. Значит, занимаются у нас как дети с 10 лет по спортивному направлению, так с 14 лет по реконструкции и по историческим походам. Да. Молодежь, юноши, девушки, всех принимаем. Да. Танцы также от 15 лет у нас ведется набор.
также и без ограничения возраста. То есть группа разношерстная, разновозрастная и разного уровня подготовки. То есть у нас это традиционно начинается с базовых навыков, то есть танцы. То есть это не означает, что вы придете и там сразу вам будут преподаваться сложные вещи, вам объяснят, специально обученные педагоги, также приезжают педагоги из Новосибирска, бывает и из Барнаула, проводят мастер-классы по различным направлениям танца. Вот. Также можно приходить родителям с детьми и детям с родителями. У нас занимается несколько семей, которые, допустим, занимаются отец и дочь, и там мать и дочь. То есть каждый занимается на своем, как говорится, уровне. То есть мама у нас стреляет из лука, дочь мастерит то, что может у нее, что у нее получается.